Я официально самый настоящий король из всех королей крабов, что есть на этом океане. Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Feed and Grow. Только сегодня мы будем играть не за фиш, а за короля крабов, ребят, да-да-да, именно за короля крабов. Сегодня я хочу апнуть нашего вот этого короля крабов, и мы должны победить второго короля крабов, который фиолетовый. Ну, если кто играет в эту игру, то должен меня понять. И вот наш король крабов, я даже не могу сориентироваться, где я вообще... А, окей, это, кстати, хорошее место, тут много вроде бы, ну, таких съедобных штучек, типа вот звездочек или еще чего-то такого. Но давайте пока что мы будем просто лутаться, то есть будем кушать и опыт тем самым зарабатывать. Так, тут у нас еще что-то. Пока что я вижу только обычные растения, да, звездочки, а кого-то съедобного такого я пока что не вижу, ребят. Хочу, ребят, сначала апнуть второй уровень, а потом уже пойти на короля, как бы. Тихо, крабик. Вот я не знаю, это он сейчас со мной или нет, потому что я сейчас еще своих не спаунил. Но, возможно, он тоже со мной. Тут цветочка нету, к сожалению. Окей. И давайте сюда попробуем как-нибудь пробраться. Может, тут у нас есть кто-нибудь съедобный, с кем мы можем побатлиться как-нибудь. Так, давай, залезай, залезай, чувак. Вот, отлично. Мы сюда пробрались, ребят. Тут я вижу обычные штучки тоже есть. Нет, это вроде свой. Ну, смотрите, зато тут их много. А, нет, смотрите, на меня рыбы напали. Давайте я делаю своих, чтобы они меня защитили. Ребятки, защищайте, защищайте меня, давайте. Спауните, спаунитесь. Вот, отлично, ребят, смотрите, у нас появились свои. И они мне помогают. Вот, я опять схавал плоть. Смотрите, как это хорошо. Вот, свои ребята, это просто очень имбово. Даже как-то в одиночку тяжелее, чем с ними. Потому что с ними легче, они просто как бы хавают, ты можешь даже ничего не делать. И... за это даже опыт вот тебе и дается. Я быстренько уже почти что, почти что второй уровень апнул. Крабики, вы где там? Сколько у нас крабиков? Ого, какая рыбеха! Давайте-ка ее тоже захаваем. Ребята, ребята, тихо, погодите, нам нельзя ее опускать. Хаваем эту рыбу, хаваем, хаваем. Давайте, ребятки, смотрите, сколько еды. Давайте, надо ее тоже измельчить. Оп, отлично. Смотрите, сколько у нас много еды, это просто капец. Так, давайте мочить эту рыбину, мы должны ее все-таки замочить. Давайте, давайте, ребятки, у нас все получится. Все, отлично, она сдохла. И сейчас мы ее точно съедим. Смотрите, сколько сейчас опыта будет, это просто капец. Ну, все, левел второй апнулся. И меня откинуло куда-то. Меня откинуло, что за фигня? А, вот еще мой один крабик, он, кажется, умер, да? Да, он умер, но зато мы все-таки смогли съесть того... чувака. И смотрите, все-таки они вернулись ко мне, крабики. Несмотря на то, что меня откинул куда-то в жопу. Отлично. Давайте сейчас просто покушаем немного. И крабикам нашим вернемся, потому что они тоже потерялись куда-то. О, обычный краб. Давайте его тоже схаваем. Куда ты уходишь? Вот, все. Отличненько. Едим его, ребят. И давайте я сейчас съем его. Дайте мне. Потому что сейчас... ну, сколько у нас тут осталось-то, ё-моё? 4 крабика. Пойдемте, ребят, пока что уже ближе к большому крабу. Ну, точнее, к королевскому крабу. И будем его мочить. Потому что я, в принципе, вроде помню, где он находится. И мы сейчас направляемся именно к нему. Только нам надо дать немножко расфармиться своим крабикам. Потому что они не такие сейчас жесткие. И давайте вот сейчас мы вот этого краба замочим. Он пытается вот какую-то креветку, что ли, замочить. Или кто это такая, не знаю. И я опыта не буду отбирать у своих крабиков. Я просто тупо отдам его нашим крабикам, чтобы они тоже апались. Потому что первый уровень это тоже не очень будет хорошо. И они не смогут... ну, замочить кого-нибудь. Ну, давай, давайте, я вам помогу. Давайте, ребятки, кушайте, кушайте. Давайте, ребятки, пошли за мной. И мы сейчас будем искать короля крабов второго, да? Только я не могу сориентироваться, где я вообще нахожусь и куда мне идти-то. Кажется, у нас все крабики куда-то исчезли. Да, у нас исчезли крабики. Ну, хорошо, что у меня много опыта. И я могу еще наделать все очень много крабиков, но... давай, давай, иди за мной, чувак. Так, отлично. И я думаю, нам надо все-таки понаделать крабиков, потому что вдвоем очень опасно на самом деле ходить. И давайте вот, вот столько у нас будет нормально, чтобы сохранить хотя бы второй уровень. Так, и где вы все, ребят? Вас тут сколько? Четверо. Нормально, в принципе, неплохо. И давайте направляемся к королевскому крабу. Я вроде помню, что надо уйти сначала право, а потом налево. Давайте сейчас по пути зафигачим этого небольшого крабика. И сейчас начнем атаковать королевского краба. Так, давайте, кушайте, ребятки, кушайте. И пошли за мной, пошли. Дальше. И королевский краб где-то рядом. Он, по идее, да, где-то тут.
И давайте сюда пытаться спускаться. Только сейчас надо вот этого чувачка загавать. И этот опыт, ребят, хотите не хотите, но я себе возьму. Вы слишком много уже ели. Вот, все отлично. А вот этого, который второй, потерянный какой-то, я вам отдам, ребятки. Так, давайте, банда, нападайте. Кушайте, хавайте. Мне все равно, я не хочу кушать. Хотя, блин, я вцепился за него, я не знаю, как отцепиться. Давайте, есть. Вот, все, даже некоторые подросли, крабики, и это хорошо. Так, где-то тут у нас должен быть этот королевский краб. Так, сейчас вот этот тоже звездочек скушаю. Ребят, вы где? А, я что-то не могу их увидеть. Ладно, королевский краб где-то здесь. Где-то он должен быть здесь. Но я его пока что не вижу. Так, ребятки, со мной. А, надо вот эту... Блин, не знаю, как обойти этот водоросль или что это, коралл, что ли. Так, вот, вот наша база, допустим, будет, да? Я сейчас тут наплодю миллион крабиков. Вот наших 4 самых здоровых идут. Эй, куда ты полез-то, чувак? А, вот все, он идет за мной. И давайте спавнить очень много крабов. Смотрите, все, у нас даже левел понизился. Но я сейчас их просто дофига сделаю, ребят. Смотрите, сколько нас. Просто дофига армия наших крабиков. Отлично, ребят. Давайте теперь следуйте за мной. Надеюсь, вы не потеряетесь. Все там на месте. Вот. Вот он наш враг, ребят. И давайте, нам надо идти и побеждать. Все, ребят, надеюсь, у нас получится сейчас победить этого краба, короля. Вот он, кстати, дерется. Давайте я нападу первый. Вот на этого. И давайте, все, ребятки, помогайте мне. Я сейчас буду попутно кушать опыт и спавнить тоже своих ребят, чтобы у нас хоть как-то получилось выиграть. И просто, капец, смотрите, какая бойня. Это просто ужас. Я даже не знаю, где свои, где это. Я никого не понимаю. Просто тут полное мясо. И все. Так, кушаю, спавню. Так, тут у нас дофига уже трупов крабов валяется. Я... все пытаюсь ухватить какие-то кусочки еды, но я этого не вижу нифига. А, вот еще схватил. Так, спавню, ребят, очень много своих делаю. Так, еще опыт. И у нас, в принципе, неплохо, ребят, получается. Уже дофига дохлых крабов, которые королевские. Ну, вот это другие. И нам надо королевского замочалить. Фига себе, просто смотрите, сколько я наплодил своих, ребят. И мне кажется, все-таки это уже победа, потому что крабов осталось очень мало, и я выиграл, да? Да, ребят, по идее, ну да, там чуть-чуть всего лишь осталось крабиков. Я не знаю почему, что за баг игры, но откидывает крабов очень много. И я думаю, это все, это уже ГГ, потому что я выиграл. Смотрите, просто наших сколько, миллион, просто наших дофига. И это наша победа, ребят. Давайте я просто похожу, опыт похаваю. Можно просто вот сейчас размельчивать вот этих и кушать их, да? И давайте рыбешку вот эту тоже съедим. Так. Отлично. Смотрите, просто какая у нас армия. Мы вот поставили цель победить короля крабов. Вот этого синего, да? Все, он повержен. Вот его, как назвать-то? Какая-то штучка. Вон я даже ее, ребят, подобрал. И теперь я официально самый настоящий король из всех королей крабов, что есть на этом океане, ребят. Да, вот такая у нас сегодня была замечательная серия. И вот сколько наших крабиков огромных просто. И я среди них король. Ну а с вами был Илюша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока!